Усіх вітаю! Ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Михайло Шейтельман, політехнолог, письменник, автор та ведучий ютуб-каналу «Шейтельман». Вітаю вас! Да, здравствуйте, Ангеліна, здравствуйте, зрителі! Перед тим, як дивитися це інтерв'ю, обов'язково натисніть лайк і підпишіться на ютуб-канал «Свій час», аби не пропускати нічого важливого. І я думаю, що ми почнемо із заяв із Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Там зараз багато говорять про Україну. Держсекретар, зокрема, Ентоні Блінкен заявив, що Путін уже програв у війні з Україною, оскільки не досяг головної мети, а саме стерти Україну з лиця землі та поглинути її. Власне, заява прозвучала на тлі новин про те, що Сенат не проголосує за додаткове фінансування до кінця року для України. Як ви гадаєте, чи не зміщує фокус уваги, власне, така заява Блінкена, чи не розслабляє американців, оскільки для того, аби повністю виграти Російську Федерацію на полі битви, нам потрібні гроші і якомога більше техніки? Да, ну, когда говорит, и Байден говорил об этом, кстати, что Россия уже проиграла. Помните, Путин тогда даже отвечал Байдену, что а если Байден говорит, что Россия уже проиграла, так зачем они помогают Украине? Потому что у этой войны две стороны. Россия, конечно, проиграла, потому что Россия не получила то, что хотела, не выполняла свои цели и так далее, и так далее. При этом ослабла, безусловно, потому что что сравнивать Россию двухлетней давности с нынешней? Она в относительной изоляции, пусть там с ней общаются китайцы какие-то. Вот, и с экономикой у нее все не очень хорошо. Но Украина-то не победила еще. То есть есть одно дело, проиграла Россия, другое дело, не победила пока Украина. А цель дать Украине победить. Победой для Украины будет только восстановление территориальной целостности и в этот момент вступление в НАТО сразу по окончании этого процесса. И, соответственно, гарантии безопасности на долгие десятилетия вперед. По-другому это не будет победой. То, что мы не дали победить. Одно дело, не дали победить России, другое дело, победили сами. Это разные вещи. Вот. Поэтому насчет там расслабит, я что-то не верю. Все там прекрасно все знают. Там очень взрослые люди сидят. Это же не эмоциональная публика, которая должна расслабиться или напрячься. Я имею в виду сенаторов и конгрессменов. Там у каждого за плечами огромный опыт государственного управления, выигранные выборы. Там вот чем отличаются, знаете, политики, которые Сенат, Конгресс, от, например, там политиков России? Потому что в России политики назначенные. Ну, в смысле, ты кому-нибудь там что-нибудь подлезал, что-нибудь купил, еще что-нибудь продал, тебя назначили каким-нибудь губернатором. А там человек выиграл выборы, он знает, что хочет его избиратель. Это огромный, сложнейший процесс. Стать единственным там избранным губернатором, например, от штата или кем-то еще. Вот, поэтому, конечно, нет. Ну, а проблема, да, в том, что нету пока этой самой помощи. Это, конечно, большая проблема. От в Конгресі обіцяють, що мають схвалити додаткове фінансування України вже в січні. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі, їм вдалося вже досягти деякого прогресу із республіканцями, і невдовзі має відбутися таке це голосування. Ось цитата Кірбі: «Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже, що це станеться десь у січні, але чим раніше, тим краще, оскільки Кірбі каже, що час грає не на руку Україні, не на руку Заходу. Так, якщо вони будуть пролонговувати нам додаткове фінансування. Власне, все ж таки, як ви гадаєте, чи можна вже з полегшенням видихнути після таких обіцянок від власне Кірбі? Ні, звісно, тому що це не залежить від Кірбі, то що буде відбуватися. Це просто не залежить від Кірбі. І не залежить від Госдепа, кстати. Залежить в якоїсь степені від Білого Дому, так тільки в якоїсь степені. Совершенно нет гарантии, что Белый дом сможет договориться, какие там требования, в чем там эти переговоры. Мы особо, тут я имею в виду переговоры между Белым домом и республиканцами, например, на тему вот этого иммиграции там и так далее. Мы про это, я честно скажу, что я не могу хвастаться тем, что я специалист в американской политике, поэтому просто трудно мне про это говорить. Вот. Нет, некуда нам выдыхать, ничего подобного. А кроме того, куда тут выдыхать, когда... Это не просто там, как вы процитировали Кирби, я забыл это слово, но, в общем, это не вопрос того, что будет Украине тяжелее или не тяжелее. Это вопрос конкретных жизней людей, конкретных, во-первых. Потому что это сейчас не будет у нас для каких-то видов вооружений, не будет боеприпасов. Вот, например, система ПВО «Патриот». У них не будет боеприпасов. Соответственно, что значит нет боеприпасов для Патриота? Значит, баллистическая ракета прилетает и, например, уничтожает сам Патриот. Ну, например.
И после этого безнаказанно россияне, как год назад, начинают бомбить там Киев и все, что вы хотите, и в каждом городе уничтожать все, что им захочется. Это вот настолько, потому что если нет денег на патриоты, то откуда возьмутся патриоты? В спешном порядке, кстати, к счастью для нас, в Пентагоне решили эту проблему купировать тем, что договорились с японцами, возможно, пока к этому все идет, что Япония поставит свои патриоты, Япония производит ракеты для патриотов по американской лицензии. И Япония, которой запрещают законодательство внутреннее куда-либо эти ракеты поставлять, после Второй мировой войны так получилось, то они сейчас, на этой неделе, должны изменить законодательство, чтобы эти ракеты поставить в США, или уже изменили, я не заметил, и поставить их в США, и тогда американцы там смогут какие-то ракеты там предоставить. Ну, так, потому что закупать не на что. Ну, и на фронте мы сами знаем, что об этом прямо говорило наше военное командование, один из представителей военного командования, что вот эта ситуация с финансированием отразилась на фронте напрямую, что вооруженные силы Украины отменяют часть своих запланированных, что ли, операций из-за того, что у них нет боеприпасов, которые вовремя сейчас не приходят. Ще один виклик, і достатньо неочікувана заява прозвучала із Європейського Союзу. Високий представник ЄС Жозеп Борель припустив, що європейська допомога також може припинитися. І ось теж його цитата. ЄС надав Україні в сукупності набагато більшу допомогу, ніж Сполучені Штати Америки. Однак зараз постає питання, чи буде така допомога продовжуватись. Але от ми розуміємо, що Європейський Союз є одним із головних донорів для України. І досі рятували гроші від Європейського Союзу. Це десь 1,5 мільярда євро на місяць, але вони надходять до кінця поточного року. А що буде з 1 січня, як ви думаєте, і з чим пов'язана, власне, така заява Бореля? Це внутрішньоєвропейські виклики, втома від України? Що це може бути? Да нет, слово «усталость от Украины» придумали в Москве, поэтому его распространять я бы не стал. Ну, что значит, что это усталость? Как вы себе представляете? Сидят такие чиновники, ой, мы устали. Ну, так же не бывает, правильно? Чиновники не могут устать, это их работа, это их ежедневная трудовая деятельность. Хочется верить. Нет, а у них другой нету, поэтому что значит, он устал? А он типа проснулся, такой, не буду я заниматься Украиной, я устал. Что у нас там еще есть? Так не бывает. Естественно, что все это предмет политический, которым, собственно, и занимаются эти люди. Во-первых, надо успокоить тут чем? Во-первых, вот эти деньги, которые дает Евросоюз, если посмотреть, разделить их на военную и невоенную экономическую составляющую, то там больше, чем 90% это невоенная составляющая. Евросоюз на войну почти ничего не дает. Вот когда речь идет сейчас про 50 миллиардов, которые нам Евросоюз хочет включить в долгосрочную программу поддержки, то там не идет речь о военной помощи. Почти. Ну, я не знаю, какая там доля военной помощи, но она мала в любом случае. Европа нам дает деньги на войну, а Евросоюз нет. Это разные бюджеты. Одно дело бюджет ЕС, другое дело бюджет разных стран Европы. В частности, Германия нам, по-моему, это с начала войны или с 1 января, но мне кажется, что может быть с начала войны все-таки, или за последний год календарный, выделила на войну, именно на военную помощь, 22 миллиарда долларов. Ну вот сравним давайте с тем, что Америка сейчас пытается утвердить на год 61 миллиард для нас. Там 22 только Германия. Дания нам выделила 2 миллиарда долларов, Бельгия 2 миллиарда долларов, там еще много стран по миллиарду долларов. То есть в сумме, я думаю, если посчитать помощь разных европейских стран, всех вместе взятых, ну там мы приблизимся к той сумме, которую нам американцы дают. А может они именно на войну опять. Потому что в военном, в 60 этих с лишним миллиардах пакета, который сейчас проходит через Конгресс и Сенат, там что, там не только военная, там есть и военная, и экономическая помощь. Так вот, военная помощь в денежном выражении от США и Европы, я думаю, одинаковая, вообще говоря. Но не от США и Евросоюза, а от США и разных стран Европы. Это одна составляющая, военная. То есть на войну не повлияет то, что говорит Барель. Но, конечно, повлияет на все остальное, потому что это пенсии, потому что это зарплаты, даже тех же, ну, кстати, военных нет, наверное, а вот зарплаты всех государственных чиновников, образование, медицина, вот это все из этого самого, из европейского бюджета. У нас, как известно, весь наш бюджет государственной Украины на следующий год, который утвержден, он наполовину состоит из этой самой помощи и только наполовину из внутренних доходов, налогов и так далее. Вот ровно эту половину, первая половина, которая внутренняя, это, грубо говоря, на войну, а вторая половина, которая на не войну, она вся
приходят к нам снаружи, из Европы, США, Японии, кстати, Южной Кореи, Австралии и других стран. Поэтому риски есть, но это риски для экономики, а не риски для войны. Вот европейская часть, европейская часть. И, кстати, Шольц, я думаю, что, возможно, даже сейчас что-то произведет, какое-то действие. Я вполне ожидаю от него достаточно громкого какого-нибудь шага, потому что он сказал, что если США приостановят или остановят свою помощь, то Германия возьмет на себя это лидерство, Германия возьмет на себя это бремя финансовое и будет заниматься сама вот, значит, этой помощью, если американцы не смогут. И Шольц стал последние там, пару-тройку месяцев реально лидером, как ни странно, странно в смысле для нас двухгодичной давности, которые к Германии относились с вопросами, да, что не пророссийская ли это страна, и вообще не знали, какую позицию она займет. А сейчас Германия оказалась прям настоящим лидером, и Шольц конкретно возглавил это движение. Ну, треба ще не забувати, що у планах військово-політичного керівництва України мобілізувати багато людей. Володимир Зеленський говорив про 450-500 тисяч. Це до слова, що нам дійсно необхідна фінансова підтримка, оскільки нам потрібно забезпечувати наших солдат амуніцією, зброєю і тому подібне, оскільки на кожного військового це 6 платників податків саме в Україні. Через це, ну, це виклик номер один – забезпечити, власне, наших армійців і майбутніх тих мобілізованих, які будуть воювати. Ну, не совсем так, це поки не в планах. Кстати, президент Зеленський не сказав, що це в планах. Він сказав, мені, мене попросили от стільки, попросило Міністерство оборони, навіть не армія, Міністерство оборони попросило. Но мені потрібні аргументи, сказав він, покажіть, чому, собственно, чому от стільки. Він навіть назвав цифру, скільки потрібно на мобілізацію одного чоловіка. И это получается 1 миллион гривен, если разделить одну сумму на другую, это миллион гривен, значит, ну вот считайте, 30 тысяч долларов примерно нужно на одного человека. 30 тысяч долларов, значит, да. Вот от той помощи как бы можно легко посчитать, сколько это, 15 миллиардов почти долларов нужно из тех 60, да, которые нам дают. Поэтому Зеленский так скептично достаточно относится к этому плану. Я совершенно не уверен, что он, вот прям вообще послушав его на пресс-конференции, я не уверен, что он утвердит этот план в таком виде. И вообще я что-то рассматриваю это вот его оглашение такой вещи, как может быть и некоторое противоречие, что ли, с министром обороны. Ну, потому что Министерство обороны столько попросило, ну пусть да, скажет, пусть обоснует, говорит Зеленский. И он же это вынес на публичное обсуждение, этот вопрос, потому что я не уверен, хочет ли вот украинский народ согласен, сколько человек, да, еще мобилизовать. Он фактически предложил Зеленский разделить народу эту ответственность. Давайте вместе обсудим, а сколько нам надо и сколько мы можем. Ну так, але все ж таки варто було б звернути увагу, що ця цифра дійсно прозвучала в публічному просторі для того, аби ми вже це могли з вами так само обговорювати і аналізувати. Це можливо, і якщо можливо, то скільки це може коштувати в майбутньому, які це може мати наслідки і де брати гроші. От, повертаючись так само і до ситуації за кордоном, з'явилася інформація, що США нарощують військову присутність саме на півночі Європи завдяки двостороннім угодам. Більш називається створенням нового військового пакту проти Путіна. Як ви думаєте, до чого готується НАТО, враховуючи плани Путіна продовжувати війну в Україні в спробі досягти якихось своїх незрозумілих цілей? НАТО, взагалі-то говоря, готується воювати, скоріше всього, на севері Європи з росіянами. Потому что Путин несколько раз уже напрямую угрожал разным странам, только за последнюю неделю он угрожал Латвии напрямую, прям физически, он угрожал Финляндии напрямую, и он, и отдельно МИД. Поэтому на днях, буквально несколько дней назад, подписан договор о военном сотрудничестве между США и Финляндией, и по которому США получают доступ к военным базам Финляндии, соответствующий доступ. Они там разместят свои войска, они разместят там свои вооружения. Финская граница – самая длинная граница между НАТО и Россией. И что это означает? Что, значит, там больше 1000 километров, по-моему, сухопутной границы только. Больше 1000 километров, а в сумме там 1300-1400, по-моему, километров границы. То есть это как наша линия фронта, они получают еще одну по масштабам.
И сегодня уже россияне на самом деле Финляндию-то атакуют, просто гибридно, вот атакуют этими сомалийцами на велосипедах. Это же как бы не шутки, да, что они посылают сомалийцев, привезли огромное количество граждан Сомали, покупают им велосипеды, сажают их на эти велосипеды, отправляют штурмовать, буквально штурмовать границу с Финляндией. Значит, финны из-за этого закрыли границу с Россией. Когда финны подумали, что ну ладно, Россия одумалась и открыли, типа, чтобы все-таки каким-то людям переместиться, те тут же начали новый штурм, тут же россияне начали новый штурм, и Финляндия снова закрыла. Сейчас граница полностью закрыта. Также закрыта граница Норвегии, идет разговор о закрытии границы Эстонии, полностью тотальном закрытии границы между Эстонией и Российской Федерацией, ровно по этой же причине. Но они завтра, россияне, дадут этим не эфиопам, извините, конечно, а сомалийцам автоматы Калашникова вместо велосипедов. И те пойдут штурмовать эту же границу уже с автоматами Калашникова. Логично же, а почему нет, собственно? Это раз. Второе. Путин сказал, что Латвия там себя неправильно ведет. Кстати, что забавно, значит, что он в чем обвинил Латвию? В том, что она заставляет латышский экзамен по латышскому языку сдавать русскоязычных людей. Только он про кого говорит? Кого Латвия сейчас заставила сдавать? Тех, кто сбежал от путинского режима, в смысле тех, кто сейчас получил вид на жительство, как беженцы от Путина во время войны, или там вот мобилизанты, которые уехали, вот им сказали сдать экзамен. И он за них вступился, как бы, то есть они сбежали, а он говорит, люди выбрали жить в Латвии. Да, люди выбрали жить в Латвии, говорит он, а им, значит, их заставляют по-латышски разговаривать, а ведь их родной язык русский. Они уехали сами от русского языка и от Путина. Вот. Ну, тоже эти его угрозы, вряд ли, я не думаю, что, наверное, на первом этапе он начнет прямую полномасштабную войну, как он начал против нас, хотя тоже может, почему нет, тоже ж может. Мы же тоже раньше не думали, что он против нас полномасштабную начнет. Не думали. Не думали. Но он может из Беларуси направить белорусские войска, он может направить ЧВК Вагнера из Беларуси, он может направить тех же иммигрантов, кстати, которых Лукашенко так любит привозить, он с них еще берет деньги за этих иммигрантов. Лукашенко привозит людей из Ирака, из Сирии, которых он направлял на польскую, помните, границу штурмовать, границу Литвы. Вот так эти же люди, опять-таки вооруженные уже, вооруженные, могут пойти на Латвию. А там, значит, в Латвии, прямо на границе с Беларусью, город Даугавпилс, который второй по величине город Латвии, он русскоязычный. Там, я думаю, большинство за Россию может оказаться, прям большинство. А в Финляндии, вот не знаю, как в Финляндии, а в Швеции есть города, где живут только сомалийцы. Ну, где сомалийцы, прям у них лагеря сомалийских беженцев. Так они там еще независимость провозгласят или еще что-нибудь. У них будет какой-нибудь сепаратистский регион Финляндии и Швеции, который из сомалийцев будет состоять. Так что все это Путин учитывает, и это такая война, к которой НАТО должно быть готово, потому что нужно будет давать ответ уже натовский вполне на все это. Як ви думаєте, чи от ви згадали про ЧВК Вагнер, чи має Путін зараз такий вплив на ЧВК, чи він може реально задіяти ці сили для якоїсь агресії, для початку наступу? Конечно, уже никто больше не имеет никакого влияния на других. Пригожина-то больше нет, нету больше людей, которые имели бы влияние. Все, теперь только Путин. Ну, кстати, вот только что были свежие данные, что ЧВК Вагнер, именно вагнеровцев обзванивают там и приглашают обратно присоединиться к неким формируемым воинским частям, тем, кто воевал в ЧВК Вагнер, это десятки тысяч людей. Вот, и что значит имеет влияние? Тут уже сейчас не идет речь о влиянии, сейчас как раз в этом вопросе все полностью подчинено Министерству обороны, нет никаких других частных военных компаний, это практика, в общем. Я думаю, они не скоро к ней вернутся, чтобы компании действительно стали частными, потому что они обожглись. Я думаю, что Путин до сих пор не пережил до конца морально свой позор, когда он бежал из Кремля от, собственно, от вагнеровцев. Да и все его руководство страны сбежало, кроме Пескова. Угу. Поэтому вряд ли они будут такие эксперименты повторять. Угу. Головнокомандувач бельгійської армії Мішель Гофман зробив заяву про те, що Росія може націлитись на країни Балтії, Молдову, Європі, і слід терміново готуватися до війни з Російською Федерацією, оскільки вона вже довела своє бажання напасти на сусіда. Михайло, як ви кажете, так само не думали, що Путін нападе на Україну, але повномасштабне вторгнення таки відбулося, тому не слід відкидати такої можливості, що війна може відбутися і вже на території безпосередньо НАТО, Північно-Атлантичного альянсу, але все ж таки з іншого боку ми бачимо втрати Російської Федерації щодень абсолютно. Це знищення російських солдатів, знищення російської техніки. Як ви думаєте, чи в Путіна достатньо сил в плані армії і потужностей зброї, щоб робити будь-які збройні агресії ще десь?
Я не думаю, что мы должны исходить из этого. Просто не должны, прям вот не должны из этого исходить. Из того, есть у Путина силы, нет у Путина сил. Логично это для Путина, нелогично. Давайте вот простое сравнение. Давайте возьмем ситуацию в России до такого полномасштабного вторжения в Украину. Что имела Россия? Путин имел, например, влияние во всем мире. Был принят везде, правда, во всех странах. Все с ним общались. Шольц, Макрон, к нему приезжали все и так далее, и так далее. То есть он был прям уважаемым мировым лидером. Ну, еще немного, уже вернули бы его в большую восьмерку. Трамп уже предлагал вернуть его в большую восьмерку. Так что все к тому шло. Уже предлагалось проводить саммит России и ЕС, который заблокировал... И это, кстати, Меркель предлагала его проводить. Меркель, канцлер Германии. И заблокировать это смогли только, по-моему, Нидерланды. Даже страны Балтии были против, но они не могли бы это заблокировать. Заблокировали Нидерланды именно из-за того, что россияне убили пассажиров самолета на Донбассе, да, индонезийского вот этого Боинга. И только благодаря этому смогли заблокировать. Поэтому все уже шло к тому, что нет никакой международной изоляции у России. В экономике рост был у них. Рост был у них в экономике, развивались новые рынки. Они были в шаге от открытия «Северного потока-2». Так, который еще, да, конечно, который бы еще усилил их мощь и еще усилил бы зависимость Европы от Российской Федерации. У них и так там 25% нефти, 40% газа было российское. А так, чтобы стало вообще. И все. Ну куда уже больше-то? Поэтому Россия росла как на дрожжах во все стороны абсолютно. Чемпионат мира по футболу тебе, все, что ты хочешь. И... И логично казалось, что, конечно, Путин скоро сможет победить Украину без всякой войны. Просто экономически, просто тем, что коррумпирует кого захочет. Вспомните, сколько было, ну, с кавычках такой зрады, да, внутри страны процветало, потому что все больше и больше. Он когда-то же смог бешеными деньгами сделать Януковича президентом. Ну, смог же. Так и здесь рано или поздно додавил бы, дожал бы и так далее, и так далее. Но нет, он сделал то, что абсолютно разрушило все вот эти преимущества его. Разрушило. Ну, и миф о второй армии мира разрушило, и экономику России. Это мы сейчас говорим, санкции не работают. Ага, конечно. А давайте сравнивать с тем, что было у них 23 февраля 2022 года. И тогда мы увидим, что работают. И что бы у них сегодня было, не будь у них санкций. Мы бы имели вот «Северный поток-2», все такое, здрасте. Конечно, работают санкции. Не так, как нам хочется. Не задавили пока, они не умирают от голода пока. Да, это, к сожалению, так. Но, вот. И теперь он там, как мне сказали, он сейчас, его главная цель – достичь влияния на международной арене. Так у него это все было. Он из этого всего отказался. Поэтому, когда мы спрашиваем, задаем себе вопрос, нападет ли он на НАТО, мы не можем исходить из такой обычной логики, типа «выгодно, невыгодно в сегодняшнем моменте». Он из нее не исходит, мы это видим точно. Из какой исходит, мы не знаем. Это там гормоны, это сиюминутные решения или что, я не могу ответить на этот вопрос, я в его голову не залезу. Но я знаю как математик, что в мире существует не одна логика, не одна, а бесконечное и даже несчетное количество разных логик, и одной из них пользуется Путин какой-то своей, в своем каком-то мире. Поэтому да, он может напасть на НАТО. И главное, знаете, что отличает диктаторов? Диктаторы, когда что-нибудь говорят или угрожают, они именно это имеют в виду. Путин напрямую угрожает всем этим странам. Российское руководство напрямую угрожает ядерным ударом разным европейским державам, правильно? Они угрожали немцам, Германии, они угрожали Нидерландам, Литве, Великобритании, Соединенным Штатам Америки, Польше. Они все это угрожали только за последний год. Это угрозы нанести ядерные удары за последний год. Почему мы должны им не верить? Ну, почему? Почему ми должны говорити, да ні, що, ну, не може. Да, вже раз не повірили про те, що дійсно може бути таке повномасштабне вторгнення, але логіки тут шукати дуже складно, але тим не менше, ви просто згадали момент, що у Путіна були можливості там якось політично більше впливати на Україну, корумпувати багатьох політиків всередині нашої держави, зробити розколи зсередини, так би мовити, але Путін просто хотів за три дні, так би мовити, захопити нашу державу і якби це для нього мало бути яскравим прикладом, що те саме, а можливо навіть і гірше, з ним може трапитись, якщо в нього буде спроба наступати саме на Північно-Атлантичний альянс, саме агресивно, саме війною. Тому будемо стежити, але не варто, мабуть, все ж таки дійсно відкидати такої можливості, оскільки у Путіна скоро вибори. Йому потрібно щось показати росіянам,
якось затища на фронті в плані того, що Росія не показує великих успіхів, якісь зовсім незначні прориви де-інде відбуваються, але цим точно не можна похизуватися російському диктатору, власне, перед своїми виборцями. Як ви думаєте, якими будуть вибори для Путіна цього разу? Він вже вп'яте буде балотуватися в Центральну виборчу комісію, вже надходять заявки претендентів на участь у виборах. Там, здається, трохи більше десятка було поки що. Власне, чи буде для нього легким цей виграш, чи ні? Да, абсолютно, вообще, просто как между делом, да. Ему не надо ничего показывать россиянам, никаких достижений, просто не надо, незачем. Россияне не знают, где там, что там происходит на войне, где находятся войска. Это мы сидим с картой и знаем каждое село и каждое название. Это мы каждый день берем сводку генштаба, радостно утром потираем руки и смотрим, что вот за вчера там удалось уничтожить, не знаю, 1000, да, и сколько, 1080, например, россиян, там 14 танков. Россияне же так не живут этим, они не живут войной, поэтому нет, им это все не важно. Им так в целом, там, мы побеждаем, да, ура, все, все задачи будут выполнены, всех выиграем. Поэтому это ему не важно. Кандидаты, да, кстати, Путина уже зарегистрировали даже, зарегистрировали как самодвиженца, сейчас пойдет подпись собирать. Если случайно вы в России находитесь и будете идти по улице какого-нибудь города Мурома, вот если стоит человек такой в пальтишке, подпись собирает, вы подойдите, это Путин, даже другим пока не утвердили еще, подпишитесь там что ли за него. Ну вот, остальным еще пока дадут это разрешение или нет. Ну нет, конечно, неважно совершенно, никто не будет считать бюллетени. Это все будет уже не как прошлые какие-то выборы, когда переживали они там, политтехнологи у них были, там что-то столько, а там в такой области столько. Это будут выборы Лукашенко 2020 года, когда за него проголосовало подавляющее меньшинство, он проиграл выборы, и просто даже не стали считать бюллетени. Их просто сожгли и выбросили, все, никто их не считал. Так и сейчас никто считать бюллетени не будет. Объявят, что 89%. Вот вам мой прогноз на сегодняшний день. Чи можуть бути якісь протести, невдоволення? Я кажу, мені самі якось не віриться в це. Ну, почему? Да, два человека выйдут на Красную площадь с плакатами в одиночные пикеты, их посадят в тюрьму навсегда. Может, еще один в Екатеринбурге. Я думаю, вот такие будут массовые протесты. Но это все, что осталось, что поделать. Ну и, естественно, протесты по Европе. То есть в Европе будут беженцы из России протестовать. Но в самой России три человека, я думаю, в сумме выйдут. Тобто росіянам все, їх все влаштовує в плані економічної, там, навіть ціни на яйця, давайте подивимося, що відбувається в Російській Федерації, невже? Хоча б це не бентежить. Ціни в супермаркетах, ну, те, що газ не всюди проведений, ну, якісь мають ні, бути... Ні, ви так як-то, ви так ждете від них, слушайте, вони, коли приїхали в наше село, вони потім дзвонили своїм жінам, матерям, розказували, що, представляєте, здесь асфальт в деревні, говорили вони. Тобто вони цього ніколи не бачили, звісно. Конечно, они живут так, в этом говне и будут жить. Но это мы говорим про бедные регионы. В богатых регионах наоборот, там в Москве все хорошо, как говорится, и во всех этих больших городах они не замечают никакой войны. Когда вы говорите, что их все устраивает, нет, кого не устраивает? Это не устраивает 20% населения. Но ну, по-настоящему не устраивает. Те, кто по-настоящему против войны, некоторые даже за Украину. Но эти люди, часть уехала, часть сидит в тюрьме. Те, кто остался, это те, кто... ну, не готов рисковать жизнью там, и отдавать свою жизнь. То есть это буквально называется отдать свою жизнь. Выйти сегодня с протестом, с маленьким самым плакатиком. Вот девочка вышла и наклеила наклеечку в супермаркете антивоенную. Она получила за это сколько? 7 или 9 лет тюрьмы. Понимаете? Поэтому она отдала за это свою жизнь. И те, кто готов был отдать за это свою жизнь, они ее отдали. Готовы ли остальные, можно ли от них требовать? Но я думаю, что невозможно. Это же... даже не, это же не солдаты, которые на фронте, это просто какие-то обычные обыватели. И требуют от них отдать свою жизнь там, за свободу Украины. Я бы не стал. Вот, я, знаете, я должен с вами прощаться, потому что время-то у нас подошло к концу, мне надо уходить. Михайло, дуже вам вдячна. Спасибі вам велике за цю розмову. Михайло Шательман з нами був на зв'язку, політтехнолог, письменник, автор та ведучий ютуб-каналу Шательман. Вдячна вам щиро за цю розмову. Підпишіться обов'язково на ютуб-канал «Сей час» і поставте лайк цьому інтерв'ю, аби його побачило якомога більше людей. Дякую вам дуже і на все добре. Спасибі. Спасибо большое. До свидания.